Всем добрый вечер, всем добрый вечер. Ой, свой салат, наверное, буду щетку есть. С работы пришла, особо не хочу ничего есть. Ой, Паш, каких-то плюшек купил опять. Надо худеть, ой. А мы опять плюшки едим. Утром погода вообще капец, минус 24 было, представляете? Но сейчас днем потом потеплело, как бы, по-моему, минус 15, минус 14 сейчас. Такой перепад погоды уже не нравится мне все это. Не хочу. Сейчас в небольшую тарелку, наверное, сейчас щетку накладу и все. Не буду наедаться, переедаться. Кстати, а что мне на завтра приготовить? Я, наверное, спагетти все-таки завтра сделаю. И все, не буду ничего не заморачиваться. Раз мои сегодня не готовили, не хотели, значит, и я не буду заморачиваться. Вот. Спагетти отварю, да и все. Вот так вот. Сейчас пришла домой новости. Турция, землетрясение было. Вообще в шоке, блин. А вот какой город, даже не смотрела в новостях. Так. Сейчас маленько тут суечусь с вами. Фух. Так, я так цветы еще не пересадила, я их тут обрезала. Вот эти вот. Вчера их прям по душе. Не знаю, что им не хватает. Я уже даже не знаю, куда их буду ставить. Столько цветов реально. Ничего, если я вас так вот так посажу. О, я вас повыше поставила. Такой график бешеный прям у нас. Мне не нравится. Мне нравится. Ничего толком дома не сделаешь. Толком не сделаешь. Нет. Ну, какие-то что-то поделать дела, блин. Одна не успела устроиться, уже на больничную пошла. Три смены, по-моему, отработала. От силы. Ой, ладно. Жизнь наладится, все нормально будет. У нас у девчонки, сегодня вышла на работу, сказали это. У нее брат контрактник, короче, ну поняли, да, там на Украине погиб. Я вообще в шоке, блин. А она сама сейчас в отпуске. Ну, то есть дома, как бы в городе. Кто кушает со мной, тоже приятного аппетита. Все, вот простой салат. Я вчера тоже его на ночь ела. Ну, вечером, как на ночь? В 9 вечера. А сейчас я после работы ничего не хочу такого. Не готовить особо и кушать такого не хочу. Сейчас перекушу. Чай попью, и мне достаточно будет. Смонтирую вас и сегодня пораньше спать лягу. День такой какой-то сумасшедший. Кстати, смотрели видео-то, которое на Пашкином канале? Ну и как, скажите? Вам было смешно, нет? Особенно, как Серега там рассказывал. Не Танюха, которая бывшая соседка, написала, говорит, ржала, говорит, про сумку там, как он рассказывал. Тоже приколист еще тот. Жду дачи. Летом будем на дачу. Славки там тоже весело постоянно. Кстати, которая ту я вишню
замораживала с дачи. Частенько вот размораживала прям. И одна съедала вот по такому кульку, который с этими с косточками. А который без косточек, это в самую последнюю очередь я. Может, выпечку куда-нибудь, не знаю. Сейчас духовка есть. У меня сегодня такое видео, быстро мукбанг. Долго жуется, единственное. Сырая, ну как бы овощи сырые. И долго прожевывать надо. Сегодня я такая вообще удивилась. У нас бабульки такие продвинутые. Ну, в плане, они как нам, покупатели. Одна вообще в Нике, ну, клининг. И ходит заниматься напротив бизнес-сити. Там есть тренажерка, бассейн, короче, всякое такое. Заплатила годовую 37 тысяч. И сколько хочешь, ходи. Ну, раньше как был престижный такой салон заниматься. Ну, как спортзал или как он правильно. Другая тоже бабуля. Ну, та зажиточная такая. Тоже, видно, туда прошла. Она говорит, ой, я пошла в бассейн поплавать. Они, наверное, все туда скопом ходят. Годовую подписку покупают. Вот тебе. Ну, так. Это нам все некогда. Да и вот обычным попробую выложить сейчас сразу 37 тысяч. Что вам хочу сказать про Валберис. Про работу. Помните, я говорил, на склады-то ходили. Сегодня встречаю нас, короче, ну, как вот эти есть фирмы сторонние, у которых сотрудников, это как для подработок на магазины. Думаю, что-то ее нету. По-моему, она на салатах режет. Что-то такое. Не режет. Подготавливают овощи, чистит. Ну, короче, там для салаты какие-то, что там они готовят. Вот. В нашем магазине Магните. Сегодня ее встречаю. У нас это в Магните. Я говорю, что ты куда пропала? Она, вот типа Валберис. Графика на 2-2. Хочешь, бери подработку. Сегодня... Я говорю, ну что ты там делаешь? Что вообще? Как? Она говорит, сегодня заработала. Блин, на 20 рублей что-то не добила. А так бы 5 тысяч за день. За день 5 тысяч. Я говорю, ну и что, сложно? Она... Ну, говорит, пикаешь вот эти. Она пикает. Я говорю, а говорят, ну, штрафы какие-то. Она говорит, надо смотреть, допустим, какой товар ты пикаешь, и чтобы соответствовало, ну, с чем-то, короче, название. Я не знаю. Вот. Вот так вот. Чтобы совпадало что-то с чем-то. Особо поговорить некогда было. И что-то я думаю, взять у нее телефон, не взять, фиг его знает. Может, ей некогда потом вот это все объяснять. Вот так. На самом деле люди зарабатывают. Я говорю, так там пойди, молодежь, она да ну. И ей, наверное, за полтос это точно. Может, лет так 55, вот так. Ничего.
конечно, зарабатывают бабки. Ну вот так вот. Ну вот, немножко поделилась с вами информацией. Ладно, ребятушки, буду заканчивать. Пишите комментарии, лайки, подписывайтесь. Я очень благодарна. Все, всех люблю вас. Все, буду сейчас чай пить. Все, пока-пока. Все.